Всем привет! Получил очередные посылочки с AliExpress с китайского сайта. Здесь у нас должен быть увлажняющий крем для губ, если я так понимаю. Здесь написано крем. А здесь у нас... Давайте с этого начнем, потом перейдем к следующей посылочке. Заказывал просто по приколу. Попробовать, сколько... на горячих товарах. Даже не с 11.11, а это уже с 11.11. Пришла посылочка. Так, здесь не знаю, доставали, пробовали или нет. Здесь все китайский, английский. 2 грамма. Сколько стоит, не помню. Ссылку дам под видео на товар. Доставайся. Итак, вот такой вот увлажняющий крем. На запах даже не знаю, на что похоже. А ну давайте на все вскроем и посмотрим, какая длина будет. Ну, нормально. Увлажняющий крем для губ. А если так? Что-то мазюкается. Так, все, вроде бы нормально. Здесь 2 грамма написано. Здесь Angel. И все. Итак, все, перейдем к этому. Здесь у нас, походу, должен быть кабель для iPhone 4S и насадки рыбий глаз, то есть для фотосъемки, если я не ошибаюсь. Он еще в мешочку дали, вообще красивенько. Итак, вот такой вот стандартный кабель. От мешочка чуть-чуть заморался. Вот такой вот кабель, USB вход. Вроде бы нормально все. Крепенькое, если ничего. Здесь я не знаю. Держится. Так, заказывал друг через меня. Завтра он будет счастлив. Конечно, желательно, если бы раньше приехал. Но ничего, сейчас перейдем к этой посылочке, к мешочку. Так, вскрываем. Вот это. Все. Пахнет. Чуть-чуть чувствуется. 2, а я думал 3 будет, больше ж ничего нету. Получается только 2, да? Так, вот такая вот фигня, оптика. Что-то оно, вроде какие-то волоски, если не царапинки, там есть такая клипса. Должна увеличивать все. Я думал, 3 будет. Надо будет посмотреть у продавца. 2 или 3. А ну что здесь написано? Fish Eye рыбий глаз 180. Снимает на 180. Обзор 180 градусов. Так, а это чуть поменьше. Макросъемка. 0067X White. И больше ничего. Здесь такого вот плана не знаю. А если... Ладно, это уже я сам буду пробовать. То есть скрываем такой чехолчик. Но я думал, 3 будет такие насадки, если я не ошибаюсь. А сейчас можно, если я найду по-быстрому. Вот на картинке 3 насадки, если не ошибаюсь. О, и такого товара больше нету уже в продаже. Зайдем, посмотрим. 2 крышки объектива, 1 клип, макрообъектив, 1 объектив рыбий глаз, 1 микрофибры сумка есть, 1 широкий угол. А не походу 2, наверное, или 3 все-таки, даже не знаю. Ну, тут так должно откручиваться и меняться. Ой, чуть. Все. Все товары будут в описании под видео. Всем спасибо. До свидания.